Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цены на торцовочную пилу Metabo KGS254M для дерева с протяжкой и прочным литым корпусом. Максимальная ширина реза 90 градусов 305 мм, 45 градусов 205 мм. Максимальная глубина реза 90 градусов 92 мм. 45 градусов 47 мм. Номинальная потребляемая мощность 1450 Вт. Габаритные размеры 790 на 515 и на 515 мм. Настройка поворотного стола влево-вправо 47 градусов. Наклон пильного диска влево-вправо 47 градусов. Пильное полотно 254 на 30 мм. Скорость реза 60 метров в секунду, вес 16,3 килограмма, длина кабеля 2 метра. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео и посещаем магазин «Все инструменты», чтобы узнать цену. Цена актуальна на 3 апреля 2019 года. Стоимость 24 199 рублей. Теперь переходим в магазин 220 вольт. И здесь цена 24 199 рублей. Посещаем магазин интернет-плеер. И цена 17 914 рублей. Теперь очередь за интернет-магазином «Холодильник». 23 699 рублей. Но здесь есть вот такая поправочка. Привезем специально для вас, начиная с 10.04 до 2019. Товара нет на нашем складе. Наш оператор свяжется с вами и сообщит о сроках и возможностях заказать у поставщиков. Имейте это в виду. Но цена есть 23 699 рублей. Посещаем Marketplace Goods. Это следующий интернет-магазин. 18 940 рублей. И переходим в следующий магазин. Максидом. 23 024 рубля. Стоимость такого инструмента. Теперь Джуст. 17 780 рублей. Заходим в техпорт. 24 199 рублей. Посещаем Бигам. 24 199 рублей. Котофото. Интернет-магазин. 24 420 рублей. И Marketplace. Беру 23 699 рублей. Ну вот такие цены в разных магазинах, интернет-магазинах на один и тот же товар. Вернее, инструмент, торцовочную пилу Metabo. Вы были на канале «Пояс ручных и электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.